Раньше мы жили по-другому. Советский образ жизни, понятие коллектив, ставил неизмеримо выше единоличного «я». Этот способ жизни отличался феноменальной особенностью. Мы дружили квартирами и домами, а родной двор был символом маленькой родины, где все, естественно, знали друг друга. Городские школы с их жесткой системой унитарного воспитания, пионерские комсомольские организации держали под пристальным контролем всех учащихся. Участковые знали все неблагополучные семьи. Любой конфликт становился известным не только соседям, но и милиции. Позже облик советских городов стал меняться. Вырастали новые многоэтажные районы, коммунальные квартиры расселялись. Но вместе с тем в безвозвратное прошлое уходил тот особый мир, где каждый был на виду. Люди обезличивались в каменных коробках, порой даже не знали соседей по лестничной клетке. Труднее стало работать милиции. Участковому инспектору приходилось обслуживать участки с населением в несколько тысяч человек. В 90-х начался бурный рост преступности. На улицах появились люди без определенного места жительства и беспризорные дети. Несовершеннолетние стали первыми жертвами обвального сексуального насилия. Мегаполис превратился в ловушку для самых беззащитных жителей – детей. Октября в 14 часов на улице Северодвинской неизвестный ограбил и изнасиловал в лифте двух 14-летних девочек. Он угрожал им ножом и пистолетом. По показаниям одной из девочек, она сказала преступнику, что когда они заходили в подъезд, их видел ее отец. Насильник предупредил, что если они пожалуются, он вырежет их семьи. К этому времени в Москве и области были зафиксированы случаи убийств женщин на сексуальной почве. Обезображенные трупы с множественными ножевыми ранениями находили в лесопосадках и парках. Преступники забирали личные вещи и драгоценности убитых. Буквально через два часа после преступления на Северодвинской на соседней улице Малыгина были изнасилованы еще две девочки. Сообщила об этом дежурную часть мать одной из пострадавших. Прибывший наряд милиции обследовал соседние дворы, но преступника не нашли. Оперативники угрозыска установили, что насильник захватил одну из девочек в заложницы и, угрожая, потребовал, чтобы другая принесла из квартиры 12 тысяч долларов. Девочки вспомнили, что этот же человек фотографировал их у школы. По решению прокурора Москвы уголовные дела по изнасилованиям в лифтах объединили. Была создана оперативно-следственная группа, в которую включили исследователя по особо важным делам прокуратуры Москвы Галину Зиновкину и оперативников МУРа. По показаниям потерпевших, эксперты-криминалисты составили субъективный портрет насильника. Предположительно, это был молодой мужчина с неприметной внешностью в черных очках и темно-вязаной шапке. Проникая в квартиру, он насиловал, затем забирал все ценные вещи. Криминалисты сталкивались с характерным почерком насильника. Он всегда тщательно вытирал отпечатки пальцев на кнопках лифтов, панели вызова диспетчера, даже на боковых стенах. Значит, в прошлом он мог иметь судимость. Маньяк бросал вызов милиции, совершая насилие в одном и том же доме и даже подъезде. Голос маньяка слышали диспетчеры лифтов в те дни, когда совершались изнасилования. Переговоры они вели предположительно с молодым человеком. Он отвечал, что в лифте он один и поводов для беспокойства нет. Следователи понимали, что действует серийный маньяк, осторожный и изворотливый. Насилие совершал в спальных районах неподалеку от школ. Преступник выходил на охоту, дождавшись, когда прозвучит последний звонок. Чтобы определить повадки сексуального маньяка, следователи обратились в Центр судебно-медицинской экспертизы имени Серпского. Был составлен примерный психологический портрет. Возможно, преступник изменял свою внешность и одежду, а стремление заснять свою жертву на фотопленку свидетельствовало о его особой изощренности. Сотрудники органов внутренних дел негласно вели наблюдение в районе школ, детских площадок. Под видом родителей ждали окончания учебных занятий, отслеживали подозрительных лиц.
Одновременно оперативники отрабатывали другое направление. На рынках проводили рейды по поиску похищенных в квартирах, отобранных насильником вещей и драгоценностей. 26 января в отделении милиции неподалеку от улицы Исаковского раздался тревожный звонок. Сообщили, что неизвестный изнасиловал в лифте сразу 5 школьников, 3 девочек и 2 мальчиков. По показаниям диспетчера, лифт, в котором находились дети, внезапно остановился и простоял не менее получаса. Оперативники выяснили, что детей насиловал молодой мужчина в темных очках и черной вязаной шапке. Угрожая ножом, садист заставил детей раздеться догола и разделся сам. Одна из матерей со слов дочери рассказала, что насильник принуждал мальчиков совершать развратные действия с одноклассницами, а затем на глазах у всех поочередно изнасиловал девочек. Преступник отобрал у детей карманные деньги, золотые украшения, потом, вытащив дневники, сказал, что запомнил их фамилии и в случае чего опозорит на всю школу. По фотороботу дети опознали своего мучителя. Усиленные наряды милиции тщательно обследовали все подъезды и подворотни, проверяя лестничные клетки и подвалы. Но поиски были безрезультатными. Жители микрорайона были шокированы беспрецедентным преступлением на улице Исаковского. В прессе появились публикации о серийном маньяке. Газеты писали о неуловимом насильнике, подчеркивая бессилие правоохранительных органов. Родители, беспокоясь за безопасность своих детей, отпрашивались с работы, чтобы встретить их после занятий в школе. Учителя советовали школьницам не гулять на улице поодиночке и ни в коем случае не садиться в лифты с незнакомыми мужчинами. Весной и летом в Москве было относительное затишье. А в октябре чуть ли не ежедневно стали поступать сообщения о дерзких изнасилованиях школьниц и ограблениях на улицах Кулакова, Кутакова, на Неманском проспекте и Алтуфьевском шоссе. Причем в одно и то же время, после школьных занятий. Пострадавшие Рита и Наташа признали насильника по фотороботу, человека в темных очках и шапке. Получалось невероятное. Маньяк был многолик. Он насиловал в разных местах и в одно и то же время. Следователь по особо важным делам Зиновкина сделала запрос. Есть ли на учете в психиатрических диспансерах братья-близнецы, склонные к сексуальным извращениям? Ответ пришел отрицательный. На поиски маньяка были брошены значительные силы уголовного розыска, милиции и общественной безопасности. Последний день октября 1995 года сотрудники спецотдела милиции получили информацию о похищенных насильником вещах. Стали проверять торговцев на улице Арбат. Молодой человек, торгующий бытовой техникой, показался им подозрительным и по описаниям был похож на разыскиваемого. Под видом покупателя один из сотрудников подошел к мужчине и поинтересовался о цене фотоаппарата. Тот заметно нервничал и сразу предложил купить все вещи по дешевке. Подозреваемый мог быть вооружен, поэтому действовали быстро и решительно. Через считанные секунды он сидел в наручниках в оперативной машине. Задержанный назвался Олегом Косаревым, 1962 года рождения. Он пояснил, что вещи перекупил у неизвестного мужчины. Оперативники установили, что изъятый у Косарева фотоаппарат 4 часа назад был похищен из квартиры изнасилованной 14-летней Тани. В квартире задержанного тут же провели обыск. Обнаружили украденную бытовую технику и видеокассеты. Нашли несколько фотопленок. На одной из них увидели фотокадры школьниц. Это были девочки 13-15 лет. Через несколько минут после фотографирования почти все они были изнасилованы. Экспертиза подтвердила, что пленка отснята именно на изъятом у Косарева фотоаппарате. Но задержанный упорно отрицал свою вину. Решено было провести очные ставки. Было совершено изнасилование моей подруги, ну и ограбление меня. Так, по каким признакам вы узнали эти вещи? По чертам лица. Чертам лица. Вы уверены, да? Я точно уверена. Угу. Значит, представьтесь, пожалуйста, назовите вашу фамилию и имя. Как выяснилось, от развратных действий Косарева пострадали десятки школьниц. В Московской городской прокуратуре они рассказывали следователю, что с ними делал маньяк. Многие плакали во время рассказов об этом ужасе. Ну, отвлекала их как-то, в общем-то, поиграть давала на компьютере, что-то как-то убеждала, что ведь самое главное, что этого человека все-таки нашли, что он понесет наказание, что вы больше его не встретите. Потому что многие боялись, он всегда...
когда уже уходил с места совершения преступления, угрожал девочкам. В 86-м году он был осужден на 8 лет за изнасилование несовершеннолетней и за грабеж. Зэки насильно сделали ему на плече татуировку-розочку, знак унижения за преступление против несовершеннолетних. Внешне он благопристоен. С будущей супругой знакомится по объявлению в газете. Подрабатывал в детском саду сторожем, его жена там же няней. После ночной работы шел на дневную, выискивать новые жертвы. Говори, что здесь происходило? Здесь летом 95-го года, где-то около 2-3 часов дня, напал на девушку лет 15-16 в лифте, изнасиловал и ограбил. В каком забрал? Лифте? Не знаю. А что забрал? Забрал деньги, по-моему. Только? Да, там что-то 5 тысяч, что-то. 3 тысячи. Она что-нибудь про себя говорила? Ничего больше. Ничего. Как она выглядела, в чем одета была? Не помнишь. А в каком лифте? Помидоры, что ли, какие-то, или сливы несла? Следствию предстояло провести огромную работу, чтобы восстановить и доказать каждый факт преступления Косарева. Маньяк-педофил обладал неплохой памятью и даже спустя 3 года мог с точностью назвать улицу, номер дома и подъезд. На следственных экспериментах Косарев рассказывал о новых и новых преступлениях. Где-то конец 94-го, начало 95-го года, зимой, вечером около 10 часов, 10-11 вечера, на 2 девушек лет по 16 напал. Носил руку и фотографии сделал на полироид. Маньяк гордился своей зрительной памятью. Еще шли занятия, а он уже появлялся у стен школ, заглядывал в окна классов, запоминал понравившихся ему школьниц. На странного мужчину никто не обращал внимания. Дождавшись последнего звонка, Косарев быстро определял выбранную жертву и, соблюдая дистанцию, шел по следу. Он чувствовал себя охотником. Никому невидимая предварительная игра возбуждала его. Но никогда он не забывал об осторожности. Косарев слегка отставал от школьниц. Осматривался. Убедившись, что никто не помешает ему, догонял девочку уже в подъезде. Если из лифта выходили взрослые, он отворачивался, чтобы его не запомнили. Затем последним быстро входил в кабину. Иногда на охоту за школьницами Косарев выезжал на своем автомобиле. Сидя в теплом салоне, он высматривал свои жертвы. Затем, поняв, к какому дому направилась школьница, он оставлял машину в укромном месте и, совершив преступление, быстро уезжал. Насильник мог подолгу, затаившись на лестнице, поджидать свои жертвы. И неизвестно, сколько девочек, избегая позора, не признались оперативникам в том, что были изнасилованы. Самое трудное было смотреть уже потом, когда проводились опознания. И вот когда приходят вот эти вот девочки, особенно вот одна запомнилась там, лет 12 было, которая вошла, она не могла вообще ничего сказать. Ее парализовало, она на него смотрит, как кролик на удава. Он сидит, улыбается. Но чаще Косарев хитрил, намеренно запутывал следствие. Пускал слезу, когда слышал по телевизору в кабинете сыщиков афганские песни. Говорил, что воевал в Афганистане. В спецкорпусе матросской тишины вел дневник, где описывал свои видения. Проклинал свою жизнь, объяснял, что все свои действия совершал будто бы во сне и просил пощады. На одном из допросов написал чистосердечное признание. Он просил у меня прощения за совершенное преступление. Я спросила, а почему ты у меня просишь прощения? Что он ответил, что ну вы же женщина, а я вот такое делал с женщинами. Наконец Москва могла вздохнуть свободно. Косарев ожидал окончания следствия, а московские школьники могли чувствовать себя в безопасности. А всего через месяц информация, которая повергла следователей в шок. На улице маршала Катукова в кабине лифта изнасилована 15-летняя девочка. Потерпевшая назвала приметы насильника. Мужчина средних лет в темных очках, одетый в черную вязаную шапочку, джинсы и куртку. Это был портрет Косарева.
Через 10 дней аналогичное преступление на улице Лесков. Преступник угрожал девочке ножом и пистолетом, говорил, что он Чикатил. С периодичностью в 10 дней маньяк совершал насилие по тем же адресам. Алтуфьевское шоссе, улица Корнейчука, улица Чечерина, улица Кулакова. Совпадали даже дома. Следователи были поставлены в тупик. Будто сам дьявол принял облик Косарева. Но Косарев по-прежнему сидел за решеткой. А в Муре было нераскрытое убийство девочки, которую негодяй перед этим изнасиловал. Косарев клялся, что это не его преступление. И тогда же рассказал сыщикам, что видел человека, которого они ищут, и предложил свою помощь в его розыске. Были случаи, что они в одних и тех же подъездах совершали преступления, не зная друг о друге. Когда задержали Косарева, и изнасилования не прекратились, а он знал об этом, что кто-то продолжает насиловать Косарева, потому что прессу в изолятор приносит, и там, значит, были заметки. Он говорит, ну что, кто-то еще есть? Мы говорим, да, есть. Произошла эта встреча на улице Чечерина. Косарев увидел своего коллегу, когда тот шел по следу школьницы. Некоторое время он наблюдал за мужчиной и окончательно убедился в своей правоте, когда человек в черной шапке и темных очках торопливо последовал за девочкой в подъезд. Косарев не стал мешать ему. Он пошел по соседней улице. Они увидели друг друга. Их внешнее сходство было поразительным. Это были двойники. Их молчаливый сговор грозил Москве огромными бедами. Именно в тот же день милиция зафиксировала два загадочных изнасилования в один и тот же час. Чтобы поймать двойника, оперативники решили избрать тактику его действий в микрорайонах. Для этого подобрали ту же одежду, которую носил лже-Косарев. Нашли сотрудника, внешне похожего на преступника. Тщательно загримировали. Была надежда, что маньяк, работавший под Косарева, при встрече с двойником как-то себя обнаружит. Были тщательно проанализированы внешность, повадки, характерные черты Косарева. Охота за маньяком номер два началась. Ежедневно. Ну, порядка, я так вот в период активных розысков, то есть когда уже, так сказать, вот он просто стал невыносим, скажем так, вот, то порядка, наверное, я полагаю, человек 600-700 ежедневно. Чтобы изобличить преступника, было принято решение использовать в качестве приманки специально подготовленных молодых девушек. С ними в контакте действовал сотрудник розыска, который взял на себя роль двойника преступника. Однажды в одном из густонаселенных районов оперативник увидел человека, поведение которого заставило насторожиться. Когда мужчина в короткой кожаной куртке направился за девушкой под садкой, подозрения усилились. Оперативник пошел следом, вышел на связь с отделением милиции. Когда неизвестный торопливо исчез за дверями, сотрудник дал команду. В отделе милиции сработали четко, и по сигналу диспетчер заблокировал лифт. В считанные минуты к дому подъехала группа захвата. Арестованный Валерий Деев, 1969 года рождения, внешне мог бы сойти за брата Косарева. Чуть пониже ростом, ниже и интеллектуальные способности. Не женат. В отличие от двойника, имел две судимости за разбой, бандитизм и кражу. Работал слесарем в автопарке. Освободился летом 95 года, через два месяца пошел на новое преступление. Сыщики часто путали их, называя Деева Олегом, а Косарева Валерием. Они были невзрачны и похожи. И действовали стандартно. К
Как все патологические маньяки, они любили возвращаться на места своих преступлений. Так, 12 февраля маньяк номер два вновь вернулся на Хорошовское шоссе. В лифте напал на 15-летнюю девушку, но она закричала. Маньяк избил ее и ретировался. Он озверел и не думал об осторожности. Пройдя к соседнему дому, увязался за первой попавшей девчонкой. В лифте бил ее, отнял золотые вещи, потом изнасиловал. Как и Косарев, Деев высматривал свои жертвы у школ и на лестничных клетках. Несмотря на свою ограниченность, Деев понимал, что рано или поздно попадется, как и Косарев. Поэтому маскировался. После изнасилования, сразу же не выходя из подъезда, переодевался в другую куртку, шапку, которую в последнее время носил в своей сумке. И все же, когда Деева задержали, он несколько часов находился в состоянии полного шока. Никак не мог осознать, что его поймали, и теперь придется отвечать за все преступления. Насильника тщательно обыскали. В его сумке обнаружили нож, сменную одежду и другие предметы и вещи, которые стали новыми уликами его преступлений. Деев понимал, что его не расстреляют. Но как человек, знающий не понаслышке тюремные законы, представлял, какую жизнь ему устроят сокамерники. В лучшем случае сразу же изнасилуют. И до конца срока он будет в касте самых презираемых. Та же участь ждет и Косарева. На его счету 108 изнасилований. Жуткий рекорд, которого не знала Россия. Косарева осудили на 15 лет лишения свободы, 10 из которых ему предстоит провести в тюрьме. На счету Деева не менее 50 изнасилований. Он тоже получил свои 15 лет. Я просто считаю, что это, наверное, люди, которые получают удовольствие именно от какого-то насилия. Вот мне так кажется. То есть люди с какой-то, в общем-то, ненормальной психикой все-таки. Потому что нормальный мужчина, он никогда не получит удовольствие, в общем-то. Ну, одно дело, когда это какая-то игра или что-то там, но когда это там действительно испуг, особенно когда дети. Какой мерой измерить искалеченные детские души? Ведь это гораздо страшнее, чем изнасилованное тело. На всю жизнь останется у пострадавших девочек тяжкая психическая травма. Два насильника в тюрьме. Но не исключено, что и сейчас среди нас ходят маньяки, готовые к новым преступлениям. Они ждут, когда прозвучит последний школьный звонок. Но где это произойдет, пока не знает никто.